Бастилия, Пицунда, Веселая вдова, Курятник, Красный дом, Лепестки. Для гостей нашего города это, скорее всего, будет непонятным набором слов. Но любой коренной житель Сарова сразу поймет, о чем идет речь. Историк и знаток каждого уголка родного города Валентин Степашкин тщательно исследовал историю появления названий различных географических объектов. Народ, он всегда принимал активное участие в формировании топонимики своей местности, потому что надо было как-то обозначать реку, либо лес, рощу какую-то. И для того, чтобы это было понятно большему количеству людей, вот придумались какие-то названия. А потом уже вот либо это переходило в официальное вот наименование, либо оставалось вот среди жителей вот как неофициальное название. Самые древние обозначения или по-научному топонимы, вышедшие из народа, относят аж к 17 веку. Речь идет о названиях двух рек – Сатиса и Саровки. Но на этом народное творчество в отношении водоемов или объектов возле них не закончилось. Висячий мост на самом деле носит официальное название «Подвесной». И многие по праву считают его одной из достопримечательностей Сарова. Озеро Боровое многие саровчане привыкли называть бассейном. И существуют две точки зрения, почему так произошло. Первое – это искусственное происхождение водоема, а вторая – более интересная. Старожилы города рассказывают, что во времена, когда в Сарове еще не было ни одного бассейна, именно здесь проводили городские соревнования по плаванию. Саровчане говорят «Маслиха», а подразумевают «больничный городок». Существуют две точки зрения, почему именно Маслиха, и обе относятся ко временам существования Свято-Успенского монастыря. Одним из первых поселенцев на этом месте был монах, в миру носивший фамилию Масленков. Потом как бы вот здесь появилась уже и молочная ферма, и организовали монашествующую маслобойню, ну и как бы вот это все присовокупилось, и вот это вот наше место, оно вот стала наименоваться Маслихой. Что же касается жилых кварталов, то здесь как нигде нашлось применение народной фантазии и творчеству. Про то, что такое Шанхай и почему девятиэтажки на Бессарабенко получили название «Веселые вдовы», расскажем ровно через неделю в вечерних новостях на канале 16. Дарья Цапарыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.